Совместная лекция двух исследователей получилась очень содержательной и информативной. Как оказалось, в современной Германии, в отличие от России, например, ни одно учебное заведение не готовит музыкантов-народников. В России таких специалистов готовят в различных учебных заведениях. Кроме того, у нас есть достаточно обширный круг исследователей. В Ульяновске есть несколько таких знаковых музыкальных инструментов, которые до сих пор бытуют, которые до сих пор люди любят и которые востребованы. Ну, первое, наверное, самое такое, самая фирменная штука – это балалайка. Это основной инструмент, он был общераспространенным, его делали в разных деревнях, и даже был обширный балалайочный промысел, очень большой, очень интересный, в Корсунском районе. И он, кстати, существовал до 90-х годов. Вот. И еще один знаковый музыкальный инструмент, который находится в Ульяновской области, это гармоника русского строя. Со стороны Ульяновской области, кроме любителей народного инструментала, к слушателям присоединились студенты из Ульяновского музучилища имени Шадриной, Димитровградского музыкального колледжа и детские школы искусств. По признанию содокладчиков и слушателей, онлайн-формат не помешал культурному обмену. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.